Добрый день, уважаемые коллеги. Я Рыбкин Вячеслав Георгиевич, являюсь президентом Союза строителей железных дорог. Эта организация объединяет более 80 крупнейших организаций транспортного комплекса Российской Федерации. Мы занимаемся реальным созиданием, строим железные дороги, метрополитен, занимаемся научными исследованиями, оказываем большое содействие образовательному процессу. Масштабными проектами по реальной индустриализации, развитию реального производственного сектора нашей страны должно быть уделено серьезное внимание. Так требует на сегодняшний день развитие восточного полигона нашей страны. Это реконструкция БАМа, Транссиба, доступность к портам Дальнего Востока, строительство новых энергетических мощностей. Я считаю своей задачей, если я буду избран в общественную палату, поставить на серьезный уровень отношение к профессии инженера с тем, чтобы мы могли соединить реальное производство, образование и науку в целях достижения реальной новой индустриализации нашей страны.